Дорогие друзья, вы попали на канал «Самое синее в мире». Итак, друзья, продолжаем нашу прогулку. Смотрим ЖК «Аллея Парк» напротив «Золотой Нивы». Находится на Батумском шоссе. Услышите сейчас сцены и сроки сдачи. Все это по просьбе моих знакомых. Смотрим. Я думаю, местным будет приятно. Здесь будет второй Море Молл. Очень большой торговый центр. Срок сдачи 24-й год. Звук не очень будет хороший, поэтому прокомментирую. 1 квадратный метр жилья здесь 320. После посещения аллея парк жилищного комплекса в Дагомысе мы пойдем в кафе «Терракот». Он интересный, там попьем кофе. Этаж, видовые характеристики будут на Дагомыс и на горы. И следующий уже шаг по квадрату, это будет 87 квадратов. Большой. Вот. 320 тысяч рублей за квадратный метр. Я уже все спечатаю, да. Также будет открытый бассейн, поделенный на две зоны, детскую и взрослую. Рядом с бассейном находится здание ресторана. Также строится открытый паркинг на 1020 парковочных мест и по всей территории еще 800 бесплатных гостевых мест. Все 4 дома придомовой территории паркинга сдаются одновременно. Разрешите, я пройду. 24-м году сдается торговый центр, в 28-м году еще у нас будет сдаваться школа и детский сад. Спальная и обязательно. Все коммуникации у нас проводятся централизованные городские, а отопление будет городской квартиры. На каждую квартиру будет предусмотрено две площади. Квартира у нас дается черновая, отдельная, дома бизнес-класса. Каждый номер будет 4, На первом этаже будет находиться зона ресепшена в консьерже, также будет посещение зоны. Домой у нас пришел 15-17 минут до пляжа. Кафетерий пришли терракот. Вот нам принесли капучино, да? Капучино. И сейчас латте принесут. Вот оно так вот находится. Здесь пицца, роллы и фастфуд. Да.